еще есть. Ну, вот на рептилии мире, ребят. Вот тиреолиусы, тоже подростки, четвертая линия. Спорт империи. Но самых всех разобрали, остались самцы. Гоны тебе очень нравится? Гоны тебе нравится? Если гоны тебе нравится, я очень советую взять поработку трансвалипуса. Это, наверное, самый, ну, один из самых крупных представителей семейства бутиды. А не подскажете, вот из пандинусов, допустим, бывает? За год самец. У меня по 1000 рублей. Да? А пандинусы бывают у вас? У меня в коллекции есть, прошли, но на продажу нет. На продажу. Они так собирают, потому что к рождению продают. Они как гетерометрусы примерно тоже такие, долгоживущие. Вообще, какой малыш. Всего 1000, я сейчас покажу, какие они такие. Гонати не такие сделаны. Можно пока покрасить? А он не побежит, по-моему, никуда. Он замученный, бедный. Мага туркмена. Второй день. Хватает чуть ли не в прыжке. Обалдеть. Вот. Замечательно. У вас всегда так хорошо все оформлено, конечно, стенд великолепный. Так, я пока вот думаю, гентили, значит, поскольку у вас гентили? Вот, это второй. По 500. По 500, да? Да, две штуки всего осталось, и еще есть запятак пара. А стигморусы маленькие по 1000. Да, голодные взрослые по 3000. Они тоже. Нет, ну понятно. Я просто не гонюсь, рано или поздно все продастся. Нет, ну понятное дело. Я вот сейчас подумаю, поснимаю, да. Хорошо, хорошо. Смотрите, вот. Красикорода вот в таком размере у меня, Лиавелли вот в таком. Ну, то есть, третья линька, понятное дело, красикорода покрупнее, в принципе, как вид, поэтому они вот побольше. А красикорода не принципе, да, сколько вот империя. Они здоровые, это оманская популяция, самая ядреная. Такие детей убивают на Аравийском полуострове. И с армянскими красикаудами вообще никакого сравнения. Армянские красикауды, они по размеру, ну, типа, как вот бекалоры, наверное, чуть-чуть покрупнее. Нет, бывает крупнее. Ну, они так в целом мелкие и очень долго растут. А эта штука, она быстро растет, хорошо ест и вообще, ну, то есть, очень ядреная. Более ядовитая. Только на руки такую вообще не возьмешь. Она просто безумная. Она кидается на все. Бешеная. Отстреливается метасомой и очень сильный яд. То есть, меня один раз, я вот саживал их на спаривание, самка акулеусом чуть-чуть кожу царапнула. Вот прям совсем по касательной прошла, вот так вот жик. И мне так, ну, нормально прижгло. То есть, если прямой укол, я думаю, я барал. Как будто зашигалкой прям. Я получал, да, пару недель назад, наверное, прямой укол от антрактоза мулитаникса, прям глубоко, большой палец. Так. Ну, два часа орал, потом зарулся. Я все-таки 95 вес. Да. Ну, понятно. Тоже. Немножко так опасно, конечно. Ну, конечно. Вот, то есть, прям самого крупняка, ну, это трансвалипус. Крупнее бусиды вы не найдете. А трансвалипусы только большие, да, уже остались? Нет, трансвалипусы, наверное, маленькие. Да, трансвалипусы маленькие. Можно все подобрать. Очень классный темп. Рик подержать. Он очень ласковый. Он очень спокойный, да. Две штуки осталось. Подростки. Как тебе такой? Шикарный вид для новичка вообще. Топ. Да, ультрафиолете как светится, да, красиво. Конечно, не даю. Некоммерческие. Их надо продавать. Я их рассаживала. Да, ты их рассаживала. Как же народ покупает, так окупается все вот это, получается, да, за этим. Да. Ну, конечно, покупает. Там расходы какие, билеты. А сколько лет вы вообще этим занимаетесь? Я где-то 6, наверное. 6, да? 6, уже, наверное, 10. 6 лет? Какой я старый. А бывало, что вы прямо в дикой природе их вылавливали? Конечно. У нас в группе, относительно нашу группу, у меня там экспедиции есть. Отчеты об экспедициях, как мы ловили. А я подписан. Вот у вас нету жалко YouTube канала, ребят. Вам бы надо бы сделать. У меня есть YouTube канал, я для кормления выкидываю. А как называется? Я не уверен. Надо посмотреть. Ну, конечно, контент бы снимать. Для людей было бы очень интересно. Я согласна. Вот такая вот экспозиция у Скорпиона Империи. Просто можно из разной популяции сейчас. Может быть, снимать. У меня тоже зеркалка есть. Просто, когда можно просто в пару попасть, если у меня сейчас, да, я разводил...